У каждого свой шашлык. У меня вот такой. Кто желает? Я. И снова всем здравствуйте. Вот я сейчас с облепихи буду делать что-нибудь пока. Что получится? Погнали! Ну что, все, переливаем в банку. Не, ну как же так-то? Стоп. У меня же вот стаканчик есть. Оба-на. Ну что, ребята, демократы? Ну что, ребята, демократы, за ваше здоровье? Пить можно. Кисленько, вкусненько. Что, доливаем? О! Харре-марре. Все, ставлю в холодильник, пусть стоит. Баста карапузики. Все, поехали. Отжал сок. Это жмых у меня уже подсох. Но я буду сейчас делать семян. Семена я так мало-мало отсеял. Ну, тоже со жмыхом там немножко, но больше семян. В первую очередь сделаю семян. Сейчас я его перебью на кофемолке.
понеслась. Понятно, да? В чем фишка? Теперь все это семя, которое перемолото, я его еще подсушу, скорее всего, в духовке, чтобы перемолоть еще на раз, чтобы фракция была более-менее мельче. И будем заливать все это маслом подсолнечным. Вот что ты меня кусаешь? Ну? За что меня кусал сейчас? Ну-ка посмотри на меня, котя. Слышь, что? Ну что, теперь зажимаем, загружаем жмых сюда. Мягкий. Сейчас я его весь переработаю и тоже маслом заливать. Ну вот, понеслась. Все перемолол, пересушил. Берем масло подсолнечное, настоящее, не рафинированное. Выливаю сюда. Здесь полтораха, и здесь то же самое, где-то, да не где-то, а так же, мера на меру, короче. Сейчас это все засыпаем, как тут штуку просыпать надо. Ну, все что? Ну все, баста карапузики. Полтора литра масла и полтора жмыха. С семечками вместе. Вот это сейчас перемешаю. Все в темное место уношу. Пусть стоит настаиваться. Буду ходить каждый день, перемешивать. Не знаю, сколько будет стоять. Недели две точно. А может и больше. Масло вкусное, запашистое, не то что в магазине. Все, готово, убираем.